Я, пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем Защитника Отечества. Действительно, это олицетворение мужества, стойкости, чести. Этот праздник посвящен всем тем, кто отдал долг Родине, тот, кто сегодня носит погоны и защищает безопасность нашей страны и людей, которые проживают на ее территории. И сегодня праздник всех патриотов России, всех, кто готов всегда встать на страже нашей страны и защитить ее интересы. Сегодня одновременно и праздник спорта. Тюмень принимает отборочный этап, 7-й этап Кубка России по сноуборду. Нам очень приятно, что ребята молодые, спортивные, озорные, они продвигают эту тему и сегодня привели в Тюмень большой праздник спорта. Я поздравляю всех тюменцев, желаю всем спортсменам удачи. Конечно, как всегда, победит сильнейший, но самое главное удача, самое главное победа, это то, что тюменцы принимают такое мероприятие. Вообще, ну, моя основная дисциплина – это хафпайп, а в бигэре я участвую так ради своего удовольствия, потому что мне нравится весь сноуборд, и с трамплина тоже нравится прыгать. Здесь гор нету, так-то, ну, это стандартная городская конструкция, чисто построенная под соревнования, то есть, ну, это нормальная практика, что строят такие конструкции. Вот в этом году, я так понимаю, это единственный такой ивент, вообще в России, который проводится на конструкции, потому что вот у нас стоит конструкция в Москве, но там лыжники-фристайлисты прыгают. То есть сноуборда в этом году там не будет. Соответственно, здесь это единственное место в России, где сноубордисты могут попрыгать на конструкции. Нравится? Конечно. По организации это лучший этап, потому что, ну, все-таки чувствуется коммерция. Тут все очень красиво организовано, диджей, призовой фонд к тому же. Очень все круто, и даже просто покататься на такой конструкции, потому что она единственная у нас в России такая. Очень мягкий снег, ну, он прям рассыпчатый, то есть трамплин прям сыпется. Приземление очень жесткое, все в буграх, потому что здесь нет специального оборудования, здесь все вручную делают, лопатами, лыжами. И тут, если ты поехал, то тут уже некуда тебе деться. Тут нельзя просто как на склоне уехать мимо трамплина. Если ты поехал, все, нужно прыгать. И очень страшно, на самом деле, первый раз прыгать.